хорошо? Давайте я вам помогу. Пойдемте. Ничего страшного, я провожу вас. Дед твой? Да нет. Сосед мой ветеран. Всю войну прошел. Прикинь, сегодня товар приходит, а там написано «Made in China». Я им говорю, вы что, берега попутали? Вы думаете, я читать не умею? Чего мне эту дешевку китайскую купили? Через тысячи связей и миллионы жизней одна трагедия объединила поколения. Эта война коснулась каждого.